Здравствуйте, меня зовут Анатолий Белый, я актер, мне 46 полных лет. Я служу в Московском художественном театре имени Чехова. Пришел в эту профессию осознанно. В 19 лет закончил Щепкинское театральное училище. И с тех пор занимаюсь актерской профессией. Люблю это дело, люблю сам процесс, где бы то ни было, в театре или в кино. Потому что для меня на сегодняшний день, да и всегда так было, актерская профессия не способ позирования, а способ жизни, способ поделиться чем-то, что у меня есть, транслировать эмоции или мысли. И для меня это самое главное. Поэтому я люблю то, чем я занимаюсь, актерскую профессию, и чувствую в себе силы сделать что-то интересное. Спасибо.